1715 новых заражений COVID-19 подтверждены сегодня в Молдове. 9 привезены из Румынии, Люксембурга, России, Украины и Египта. 89 случаев – это медработники. С начала пандемии число инфицированных превысило 122 680. В больницах находятся 3845 пациентов, из которых 286 в крайне тяжелом состоянии. Между тем, стены медучреждений сегодня покинули 1265 победителей болезни. Количество вылеченных превысило 105 тысяч. К сожалению, вирус-убийца унес жизни еще 19 человек в возрасте от 65 до 92 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.